Сервис для осуществления частных инвестиций в криптовалюту разрабатывает команда цифрового подразделения Газпромбанка JPB Digital. В создание инноваций банком уже было вложено более 120 тысяч долларов. Новая платформа позволит проводить обмен фиатных денег на криптовалюту и безопасно хранить цифровые деньги на специальном цифровом счете. С ее помощью можно будет проводить операции в размере от 25 долларов до 750 тысяч долларов в сутки. В будущем планируется выпуск банковской карты, привязанной к криптовалютному счету. Платформа начнет работу в первой половине 2018 года.